Для чего я провожу прямые эфиры с поющими чашами? Звук этих поющих чаш очень уникален. Это доказано наукой, не мной. Наукой очень много об этом написано в интернете, что звук, у которого частота в герцах выше частоты человеческого голоса, является целительным. То есть этот звук этих чаш исцеляющий. Я провожу эти примеры для того, чтобы этот звук помог вам в момент прослушивания ослабить тот негатив, который есть у вас. Ослабить, приглушить, по возможности, если это возможно, этому звуку убрать негатив. Если он там какой-то природный, легкий, ну, к примеру, вам плюнули вслед или что-то пожелали. Это не целенаправленный негатив, сделанный целенаправленно, а, скажем так, легкий. И звук этих чаш способен с этим справиться. Также я провожу эти эфиры для того, что не все по разным причинам могут ко мне обратиться за моей личной помощью. Но всем доступно слушать мои эфиры. Эфиры с исцеляющим звуком поющих чаш. Я всегда рад и приглашаю вас на такие эфиры. В любом случае, звук этих поющих чаш непрост. И если вы допустите его, позволите этому звуку, поможете этому звуку, он вам поможет. В любом случае поможет. Каким-то тем или иным способом, неведомым никому. Но все природное со звуком высокой частоты – это горные реки, ручьи, водопады, родники, пение птиц, шум ветра, шум моря. Это не простые звуки, это все звуки исцеляющие. Нужно их понимать, допускать, запускать, и они всегда вам помогут, если вы этого будете хотеть. Благодарю вас за внимание и всегда повторюсь, если вам нужна моя личная помощь, пишите мне в WhatsApp. Все услуги описаны на моем сайте. Там же есть телефон моего WhatsApp. Пишите, я всегда с готовностью отвечу вам, мы вместе с вами разберемся и определим, нужна ли вам моя личная помощь или просто слушайте эфиры с поющими чашами. Благодарю вас за внимание. Всегда рад вас видеть и слышать.